Николай Седов на лыжах с малых лет. На них он в зимнее время добирался до школы, которая находилась далеко от дома, и занимался в спортивной секции. Юношеская мечта стать тренером воплотилась в жизнь. 31 год Николай вместе с супругой Еленой готовит лыжников школы Олимпийского резерва «Атом». Среди них немало именитых спортсменов, мастеров международного класса. Есть несколько групп спортивного совершенствования. Дети имеют звание мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, являются победителями, призерами спартакиад школьников, победители и призеры первенства России среди среднего, старшего, юношеского возраста, юниоров и молодежи. Роль тренера в становлении спортсменов трудно переоценить. Развитие физической формы, воспитание выносливости и стойкого характера, целеустремленность лыжников – плоды совместных усилий тренера и подопечного. Николая Евгеньевича воспитанники считают наставником не только в спорте. Николай Евгеньевич очень хороший тренер. Он бывает и строгим в меру, и добрым. Всегда поможет, подскажет. И каждого спортсмена тренер очень важен, так как он всегда нас направит в нужное русло не только по спорту, но и по жизни. Всегда подскажет, как нужно правильно поступить. За свою карьеру Николай Евгеньевич добился звания мастера спорта и заслуженного тренера России. Не меньше титулов и у Елены Седовой. Но награды и звания для тренеров второстепенные. Улыбки и достижения воспитанников – главные результаты многолетней работы. Мы всегда ходим с удовольствием на работу. Всегда увидишь этих ребятишек, которые тебе радуются. Вот эти счастливые глаза их, которые у них горят. И хочется еще больше и больше работать. Тренируются саровские спортсмены практически круглый год. Когда снега нет, бегают на лыжероллерах. За последние 30 лет спорт во многом изменился. Деревянные лыжи заменили легким пластиком. Самостоятельно протоптанные дорожки превратились в первоклассные трассы с утрамбовкой и нарезкой. Физическая подготовка занимала, можно сказать, что 1/3 всей подготовки лыжника. Основная приходилась на функциональную подготовку плюс беговую работу. То сейчас где-то физическая подготовка силовая занимает порядка 40-50% всей подготовки лыжников-спортсменов. По словам тренера, в нашем городе лыжный спорт занимает ведущие позиции. Саровчане регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня, проводят активные праздники и придерживаются здорового образа жизни.